Ой, красота, смотри, как тучи сошли. А вот Останкинская башня. Красивая панорама. За окном панорама красивая, а здесь у нас панорама завершающая. Вот такая вот корзина и картонка. И такая вот красота. Все, что было, было, было. Все, что прошло. Ну что ж, господа, приветствую всех. Сегодня я нахожусь на площади трех вокзалов. И не просто так я здесь оказался. Сегодня у меня путь дальнего следования. Это город Киров, град Киров, Вятка, так называемая, с прекрасной рекой Вяткой. Как доберусь, обязательно покажу вам все. Так что, друзья, не переключайтесь. Поеду на поезде в 5 часов, проходящий, видимо, с Питера едет или еще откуда. С Ярославского вокзала, в общем, отправляемся. Вот он, самый такой креативненький вокзальчик площади. Ну, в общем-то, они все креативненькие. Казанский, Ленинградский и, конечно же, Ярославский. Так что такие дела. Пожелайте мне счастливого пути, друзья. Трансит 1901-2001. Нулевой километр. Точка отсчета. Обалдеть. Обалдеть. Ярославский вокзал Москва. 1653 путь. Третья платформа. Стало быть, через час, через часик. Привет, привет! Сколько лет, сколько зим? Я думаю, дитя есть. Ё-моё, а? Словарь. Круто. А, слушай, а ты на работу-то сегодня? К которому часу? Я просто думаю. Я сейчас поеду, тебя увезу. И за меня-то ты тут будешь это? Обалдеть. Вятка. Дорогие друзья, добрались в центральный универмаг. Вот тебе и памятник первый. А? Не. А Вятский проспект, центральная улица. Сейчас надвигаемся в святая святых города Кирова. Это Трифонов монастырь. Едем по улице Воровского, повернем на Ленина и поля. Вятский квас.
дороги спас. Очень сильно распиаренный продукт «Вятский квас». Зеленовский? Чего только он не любит. Сумки не было? Сумки не было. А я просто иногда помню, что она была, сейчас я ее выложу. Ну что ж, дорогие друзья, вот у нас и улица Ленина, центральная улица Вятской губернии. Когда-то здесь, на этой улице, проживал знаменитый писатель, сосланный за свои взгляды, мнения, Салтыков-Щедрин, так сказать. Да-да, именно в том доме он жил, чуть выше. Ну и занимал, конечно же, соответствующие должности, очень интересные. Шел уверенно в ногу по служебной лестнице, и за хорошие заслуги его, в общем, снова после, по-моему, лет 5 он здесь был сослан, отработал и получил возможность снова уехать в центр. А центром у нас была столица Санкт-Петербург. Так что такие дела. Сейчас мы придем в Трифонов монастырь и, возможно, попадем в купель, если пойдем. Ой, красота, красота, друзья. Трифонов монастырь. Вот он. Весь как есть. Вечерняя школа. Колокольня. И своя неповторимая атмосфера и аура царит. Покупайте вятские продукты. Это в Вятке водится такая рыба, да? Обалдеть. Нет, надо. Ее привозил. Куда она? Ну, какие куски, она хорошая. Откуда она? Вятка? Смачные куски.
Хорошо. Морепродукты, то бишь.